Долой вывески! Сотрудники управления муниципального контроля провели рейд на выявление незаконных информационных материалов. С конца февраля в правила благоустройства города внесены уточнения. Теперь, благодаря изменениям, специалисты смогли взяться за устранение незаконных конструкций. Незаконно установленная конструкция признается, когда она не имеет листа согласования. Перед тем, как установить информационную конструкцию, предприниматель должен обратиться в управление наружной рекламы и оформления города с эскизным проектом или заявлением на согласование установки любой информационной конструкции. Больше всего так называемого визуального шума на улице Громобоя от вывесок и рекламных плакатов всех цветов и размеров прибит в глазах. По словам специалистов, процент владельцев, которые согласовывают эскизы вывесок с администрацией, едва превышает 10. Разрешительные документы хотелось бы увидеть. Может быть, девушка нам представит, если они имеются, конечно. Еще нет, не отсутствуют они у вас. Ага. За несанкционированное размещение информационных материалов нарушители привлекают к административной ответственности. Если владелец на месте, сотрудники ведомства составляют соответствующий протокол. Если нет, оставляют повестку. Помимо этого, с нарушителями визуального покоя стараются провести разъяснительные беседы. Рассказать, какой должна быть вывеска, чтобы не портить облик города. Вывеска должна быть подсвечена. Она должна на исторических зданиях, на памятниках архитектуры не закрывать архитектурные элементы, не портить фасад. Она должна находиться в исправном техническом состоянии, она должна быть чистой. Всего на сегодняшний день управлением муниципального контроля составлено более 40 протоколов. Рейд этот далеко не последний. Работники администрации всерьез настроены очистить город от нагромождения информационных конструкций. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.